Молодец. Прямо джигит такой стоит. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Здравствуйте. Зьет. А сколько лет тебе? 14. О, ой, парень уже. Он на своем месте находится, заметьте, да? Обаятельный, красивый, яркий, звонкий такой. Да, я повернулась посмотреть, кто же этот такой смельчак. Такую песню взял. Ты молодец, это было смело. Это было опасно. Там такие скачки. Честно скажу, ты через раз в них попадал, но ты попадал. Это важнее, да? И почему я не повернулся? Мне не хватило немножко культуры звука, да? То есть ты немножко открыто пел, особенно первый куплет. Такой, как будто, эх, выйду я в поле и спою вам. Широченно, да? Да, то есть это круто, но не в этой песне. Но ты выбил 2 из 3, это отличный результат. Он такой... Уверенный в себе, симпатичный, я он думаю. Он уже готов ворчить, очень, да? Симпатичный. Такой, да. Молодец. Улыбайся почаще, и все девочки спасибо. Твои. Сейчас я предстоит выбор. Нелегкий выбор. Выбрать между мной и Евой. Давай. Выбирай. Вперед. Ева Бихер. Вот. Привет. Добро пожаловать. Молодец. Добро пожаловать. Молодец. Это в пиджачке, да. Мальчик симпатяшка. Мальчик очень симпатичный. Звонкий, да. Звонкий. Такой обаятельный очень.